Давайте смотреть пистолеты. Матч начался. Ну и Нави стартуют за дефенс. Атака команды G2 уже выход от Хантера. Развал Флейми на длине. Попытка от Электроника разменять. Ну и Электроник, в принципе, под флешку Бум еще все сделал очень круто. Нави, по идее, успевают увидеть зигзаг. Но вот перестрелять на такой, конечно, на таких таймингах, ну, за счет юспов можно, да, как показывает Электроник, но все же с проблемами. И атака теперь Simple уже точно в меньшинстве. Симпл подрезал бомб кэрри и последний Некса. В итоге эта быстрая атака не удалась. У команды G2 остается Некса. Он пытается здесь уже попадать. Ну, вариантов нет у него, реально. 16 хп у Некса. В конце концов, Симпл просто-напросто его добивает. 1-0. Довольно просто заканчивается раунд. Нави. Ночью триумф играли. Вот. Там такой был жидкий триумф. И Джекс. Ну, пропрыгал. Но здесь, конечно, без шансов должны Нави забирать. Перестрелка абсолютно неравная. И, естественно, пистолеты быстро заканчиваются. В итоге оружейный раунд сейчас будем смотреть от команды G2. Вот на нем уже нужно будет поболее как-то парням из G2 сосредоточиться и поиграть, не торопясь. Так, ну, одного выцепляет. Кстати, человек с энтрифрага начал эту карту. Это если говорить про Хантера, у него был энтри на длине, его разменяли. Ну и два фрага пока что, единственный игрок. А флешку будут через паузу делать длину, ребята, из команды G2. Там сразу же коктейль. Ага, вот так вот в дымы выходят парни. И Бумыч на синем уже забирает Джекса. Пытается сыграть против Некса. Тот попадает, но включается Флейми. И вновь звено, которое занимает длину команды Нави, отрабатывает на все. Они вместе закрывают Ника. Но в этих перестрелках действительно все получилось как-то в соло. И Ника в итоге получил шикарную возможность потащить. Правда, выход в дым, ну, тут реально выхода не было. Либо идти с апланта, либо очень много игроков. Грамотно мансует, уходит на подъем, играет под флеш тиммейта, грамотно выцепляет первого. Правда, все же получил одно попадание. Видим двух красных. По идее, это, ну, джекпот был для Электроника. Но посмотри, как ребята из G2 доигрывают эту ситуацию. Установлена бомба, Ника реализует скаут и продолжает доминировать над своими соперниками. Какой обидный раунд. Остается перфектно, чекает и получает прострел. Ну, 3-1 и... 25 секунд до конца, бомба не знает, что делать. Ника бежит в нижнюю темку, пытается перестрелять Бумыча. Тем временем Симпл на центре, возможно, словит Кенниса. Тот красный, Ника ловит Бумыча. Парни на зиге, 15 секунд до конца. Симпл услышал. Симпла сейчас... Он услышал, но его смотрит, подрезает Ника. 8 секунд, видит Хантера. И Хантер все еще поборется, успевает. Надо сразу устанавливать. Ну, добежал до точки, перфекта пытается помешать, но тут уже мало хп, перфекта лезет на него, и Флейми в итоге остается один на один против Хантера. Очень Хантер знает о его позиции, и, ну да. 30 хп Флейми на просвете, и все-таки Егор Васильев тащит этот раунд. 4-1, Нави выравнивают ситуацию. Обидный. Разыграть интересное решение. Откидывает сейчас смог стандартный. Под ящик, на ящик, выход через центр. Флейми на зайчике. Отворачивается несвоевременно. Симпл при этом, будучи слепым, врывается на мидл, забирает Некса. Но Джекс удалось забрать перфекта. Падает в итоге Симпл. И команда Нави в меньшинстве. Это 4 в 2. Бомба стоит. Выходит непонятно зачем Бумыч все-таки. И падает Ника. Электроник повержен. Команда G2 Esports отвечает. Играет второй Симпл и... Ну, все может получиться. По крайней мере, один фраг делать должны. Кенниас. Ой-ой-ой, попадает в голову Ника. Симпл немного просел, не страшно. Электроник, ну... Электроник пытался под флеш сыграть, не добивает. Команда Нави в ситуации 4-4. Симпл... Ну и перфект, по идее, с Калашниковым должен оставаться в конце этого раунда, если не вылезет после взрыва бомбы. Вопрос в том, что делать. Нет, нет, нет. Пытался, видимо, отойти из КТ, но не вышло. Опасался центра, возможно. Звук специфический издается. Электроник вновь прожимает зигзаг. Ну вот это то, что как бы на зигзаге в том раунде. Летит плэша. Электроник под нее играет. Оба игрока слепые. Электроник понимает, нужно уходить. Нет, откидывает смог, но в этот смог выходит сразу же Хантер. В итоге преимущество и у и второго забирает G2, на точке. Да. И обсервер у нас уснул просто. Кенниас ловит Бумыча. Ситуация 2 в 4 в дверях. 35 секунд до конца. Флейми с эмкой. Чекает пятак. Начинается выход. Флейми проверяет окно, но Кенниас был готов. Обидные тайминги для Нави здесь сложились по окончанию, опять же, этого выхода. Тем не менее, свое Нави, я думаю, в этом раунде унесут. Ну, погоди, это вообще ситуация 3 в 2? Симпл-то унес Хантера на КТ-спауне. И команда Нави попробует. А Джек сейчас тоже может погибнуть. Тут Бумыч. И Джекс его в итоге замечают, убивают. Ну что, ВП в руках перфекта, нет армора. Симпл с калашом врывается на точку. Хорошая граната, но не смотрит. Т-шку врывается.
на то, что ничего не понятно, так сказать. Стоят парни под Т-шкой, начинают накидывать гранаты на Б, перфекта, слева забирает Джекса, выход на него еще один минут, теперь уже Флейми. Где? Вот он. Включился Флейми, отлично. А Флэш пытается сейчас прогнать Кенниса из Т-шки, открывается, Кеннис в итоге вызывает Хантера, Хантер разменял электроник, успел перестроиться за машину, и с этой позиции уже Кеннис ничего не сможет сделать, правда... Как бы сейчас здесь Нави не переиграли. Ситуация 1 в 3 для Кенниса. Скоу против окна. Минус электроник. Видит Симпла. Ой-ой-ой. Вот это да. Как вот же грамотно. Как же аккуратно играет Кеннис. Но все-таки Симпл выходит. Перепикал, да. Просто. АХЕшка-то залетела. Вайсов хватает на эти позиции и вот на такие роли. Но выход идет на длину, причем поздним таймингом. Бумычу пытаются сохранить жизнь. Бумыч получает эту возможность благодаря флешке. Приходит тиммейт. Симплов слона чуть... Ну, не, попался второго раза. Забирают Нексу. Ника, выход через зигзаг. Электроник его все-таки перестреливает, но Нику удалось забрать Симпла. Ситуация 2 в 3. За испанским ящиком электроник простреливается. 12 хп. Перфект при этом уже на просвете. Хантер залазит на машину. Летит еще одна флеша, еще один смог. Ну, пытаются гибки сыграть джиту. 7 секунд до конца. Надо заходить на бомбу. Перфект, они не успевают. Все, не успел здесь Хантер ничего сделать. Максимально своевременный. Симпл играет на старте вместе с электроником. Команда G2 начинает выходить. Симпл не слепой, ловит Джекса, отходит парни назад, откидывает еще одну флешку. Тем временем Ника снова вышел через зигзаг. Думал, что на пленте кто-то есть, там никого не было. В этот раз он убивает не Симпла, а электроника. А остается Симпл. Очень тяжелая ситуация. С авиком в смоке. Перфекта все время находит Хантер на центре. Кеннис был в яме, пытается перестрелять Симпла. Получилось. Знает, что его флейми, скорее всего, будет пушить. Перестрелиться он не успел. В итоге Кеннис берет просто с глоком забирает. Флейми, который был с эмочкой рядом. Был не готов, но драться всегда готов. Это про электроника, друзья. И 4 в 5. Ника пытается на зигзаге не пропустить. Сейчас выход на 0. Подловил Флейми. Тут поджим с базы Б уже начинает вообще вовсю решать у ребят из G2. И вот настолько своевременно они его сделали, что они попадают в неловкую ситуацию. Но бомба как минимум будет установлена. Как минимум будет хорошая позиция. Через зиг Симпл при этом падает вниз, помочь толком не может, понимает, надо возвращаться назад, играет на просвете, у него P250, и Бумыч падает на пленте, Симпл открывается с единицы, но Некса ставит хэт, и команда Най все-таки пистолетку отдает. Очень уверенный пистолетный от G2 по итогу мы с вами увидели, были готовы буквально ко всему. Откроется на Ника, была бы хоть какая-то граната, Ника плюс Кеннис, по идее, будет закрывать этот выход, Кеннис со скаутом, хорошая флешка, но это все, что было... В руках у команды Нави. Дальше вообще без проблем должны справляться. Электроник все еще вот в надежде перестрелять точку. Прям до последнего жил. Симпл последний. Есть второй армор. Но здесь уже хп мало. И ситуация абсолютно... Б. Шикарный. Джекс всех увидел. Откинул смок. Но, в принципе, этот смок можно пролететь. Флейми дал инку. Джекс пересиливает Флейми. Получает сам. Хантер остается один. Соло на Б пленте. Его зажимает с двух сторон. Бумыч он, кстати, уже пропустил вплотную к себе, но в итоге Бумыч падает, однако перфекта на размене, и ситуация 3 в 3. Шикарный выход на базу Б от команды Na'Vi, мы увидели. Конечно, непонятно там было, как проработать всех, но справились. Некса плюс Кеннис, Некса в итоге по обувь не жмет, как говорится. Перфекта перестреливает Ника. Электроник начинает нашивать ворота, Симпл при этом ловит Некса. Вот сколько таких ситуаций в первой половине мы видели, где пистолеты и команда G2 орудуют на центре. Вот ровным счетом такую же историю показывают Na'Vi. И коллектив G2 ничем не удивил. Кеннис остается последний, прячется на пленте, попробует потянуть, конечно, время. Но любой минус здесь для него будет уже такой нормальной добычей, можно сказать. Отстрелялся и хватит. Оружейный раунд будет мощный. Конечно, кстати, уже кто-то будет давать дроп, как я понимаю. Да, 4700, скорее всего, Хантер отдаст ему АВП. Это понял. Не уходят на весь темного. Идет повторный поджим зигзага. На этот раз в расчете на снайперскую винтовку. И то, что ее не будут ожидать. И пока, в принципе, так и вырисовывается. Мог быть дабл. Нико! Нико закрывает вместе с Кеннисом на зигзаге команду Na'Vi. И ситуация 2 в 5. Защитные секунды. Еще минута до конца. Конь не валялся по таймингам-то у Na'Vi. Почему же они не откинули гранат? Они откинули, сделали паузу и вышли второй волной. Как-то действительно непонятно. То есть, в принципе, ступеньки-то и гореть должны там. На выходе, согласен. Но они все это сделали после. В итоге Флейми пытаются уже как-то, я не знаю, качать в соло эту ситуацию. Но тягаться здесь, конечно, с четверкой игроков абсолютно... Мы понимаем, да, что шансов тут немного. Это, друзья, 12-9, и тут уже отличительной чертой является тот факт, что у команды Na'Vi отсутствует экономика, придется играть пистолетами, а это выход на 13-й, и посмотрите теперь на деньги. У Джекс тоже есть гранаты. Джекс
Он пропускает ZX. Ну, и в итоге с ним справляются, это вот хорошо. Хорошая, конечно, да, здесь завязочка. Но погоди, тут еще Ник и живой. А смок не точный. Да. Ника, видел? Ника начинает нашивать этот смок. Simple еле живой, 30 хп, 3 хп при этом у Флейме. Бумыч единственный, кто может сейчас вписаться с Юмпиком. Все, команда... смок закончился. И будет врыв. Причем под флешку. Но тут гармонии чутка не хватило, но 2-1 ситуация для Бумыча. Бумыч, правда, с фармилкой и все. Ай-яй-яй, вот ножом Геннис. На... Ну, либо сейчас будет мгновенная карма в виде серии раундов, либо вот так вот. Бомба установлена, и вопрос, конечно, здесь к длине, вообще к модели выбивания. Пока выбивание проходит через подъем, Молотов также немного времени выиграл. Некса на подъеме не справляется, но граната и достает перфекта. 2-2 получают ситуацию ребята из команды G2, но не справляются с ней. Тут никак не мог разыграть Ник, и в итоге 2-1, 1-1. Ну, сейв для Кенниса, да. Сейвит свой авик, денег у него много, и, собственно, он как раз-таки может дать 2 девайса. Ну, в рубашке родился Флейме. Остается, кстати, в нижней темке. И хорошие шансы у Нави на выход через длину в точке, только Кеннис, и Кенниса... Вот это минус! Как это было важно. В итоге Кеннис справляется с Симплом, получает все-таки от Бумыча позиционку у Нави более-менее. Электроник погибает на единице. Флейме, напоминаем, красный. Некса ловит Бумыча и перфекта. Последний врыв от Хантера. 14-10. Нави без... Ну, у них у самих денег мало. Они понимают, что ни в коем случае нельзя зафейлить в этом раунде еще. Поэтому играет максимально четко. Выход через зигзаг. Кеннис забирает Бумыча, погибает Элик минус Флейме. Остается последний перфекта, но ненадолго. Кеннис связал Фамас. Это 15-10. 5 раундов. Нужно. Тур просто доминирует с Джексом. Минус перфекта, минус электроник. Вот такой вот врыв под гранатку показали парни из команды G2. И Нави остаются в решающем раунде. 3 в 5. Ломается опорник базы Б. Начинает играть, но Симплу не дают выйти. И дальше... Не, ну все, 16-10, друзья. И G2 оформляют реально чистую победу на первой карте. С счетом, которым, конечно, разрывным не назвать, но при этом он более чем рабочий. Нави пас. Вот насколько G2 смогли на каких-то праках там за вчера что-то суметь на трейне исправить. Так, пока агрессия на зелени, кажется, прочитанной, но игроки обороны все равно выигрывают эту перестрелку, оформляя численный перевес. И уже 3 в 4, уже Нави начинают в меньшинстве. Что, ну, как бы не очень общаются и думают, что делать дальше. Вариант выхода на базу А как основной, в принципе, финиш этого раунда для них. И все вполне реально пока еще. Вызывают Хантера, выключают Кенниса на зелени. Шикарно работает в этом звене перфекты и Флейме. Остается опорник базы Бенекса. Ну и вот его позиция не самая приятная. Он может быть для них сверхниза, с коннектора. И да-да-да, поздняя зелень, либо старый плант. Все это происходит прямо сейчас. По ногам. По ногам, как по бульвару, но... Ай, не хватает, да и монету попадут. В итоге пулька и Флейме просто спасает эту ситуацию. Давили. Тут уже под старую перфекта забежал. Ну и по идее, осталось только пройти Ника, и по идее, ну, все должно складываться очень-очень хорошо. Но тут самое неожиданное происходит для Бумыча. Ника находит его голову. Хантер в итоге еще один фраг сделал, но разобрался с Симпл. Это уверенная серия фрагов. Возможно, даже 3. Да, третий фраг все-таки делает. Забирает Кенниса, не давая. У них играет в коннекторе, типа. Возможно. Студия Аналитики, кстати, вот историю с верхнизом раскрыла, по-моему, до конца. И в этом матче, на этой карте, это будет, наверное, основное пространство, которое будет как бы либо давать преимущество, либо забирать преимущество. Что у защиты, что у атаки. Электроник все-таки дает, я так понимаю, эти фраги Флейме в первую очередь. Ждет, пока тиммейт... Самое главное спину. Забрать. Так обиднее просто всегда. Первый поэтому... пошел, ну и теперь Некса. Второй пошел. Без проблем. Вообще без проблем в этом раунде, но... Ну, как раз таки Хантер будет, наверное, первым в Зиге или Кеннис, но из бани. Начинается выход на точку Б. Некса на пленте. Откидывают ему тиммейты флешку. Некса спалили. Хантер делает килл. Некса падает. Кеннис промахивается. Бомба стоит. Перфекта ловит Хантера. И команда Нави в итоге в ситуации 3 в 3. Шикарный врыв на базу Б. И как здесь ребята из G2 не подрасчитали, я не знаю. Но шансы все еще есть. Играет Ника, забирает Бумыча. Ника против перфекта загоняет в пленте у Кенниса АВП. Верхний никто не смотрит. Ну, у защиты здесь шансов чуть меньше, чем у атаки, если честно. Из-за того, что Кеннис не мобилен. Еще и перфект, отличный пуф, да. Забирает моментально оппонента. Один у Флейме коктейль сейф. Молотова, но да, нет смока потушить, там поэтому Кеннис не соображать. Они реально думали, что это будет быстро. Причем первым жмет М-ка, Авик второй, и еще одна М-ка дальше, или АУК там. Флейме все это дело должен убивать, но забирает снайпера. Дальше Бумыч не справляется с Некси, поджим с базы Б выигрывают троицы игроки команды G2, но теряют одного человека, и Нави вновь
в меньшинстве 15 секунд. На базе Б, если вскроют опорника, можно будет установить бомбу. По деньгам, кстати, все неплохо. И вот как раз эта бомба еще больше может добавить. Хантер падает. Они должны понимать, что Некс — это опорник, где-то вблизи должен находиться. Но бомба стоит. Некса ловит электроника. Коктейль Молотова на дефолт. Перфекта. Оцеливает Некса. Ловит Джекса. И один на один против Ника. У того 40 хп. Почти. Не этот бы коктейль. И Перфекта просто разорвал бы команду G2. Линию команду G2, как отметил Арсений, прочитала. Но они изначально втроем занимали бы плент. Сейчас посещают сомнения, но в последний момент Кеннис остается в коннекторе, выключает Перфекта, выход с нижней, здесь Некса. Ну, катушки зарешали, Ника здесь точно никто не ожидал увидеть в этом раунде. Хантер будет резать Симпла. Историческая... Ай-яй-яй! Историческая фигня! Историческая фигня! Хантер не зарезал Симпла. Вот это да, вот это не повезло. И в итоге электроник остается последний. Ему придется играть действительно запирающим звеном. Но он стартовал эту атаку первым. В итоге только после проблем на базе Б. Так, смотри, ну, как они вернулись сейчас на зеленку. Вдвоем, да, в какой-то момент решили отдать, потом вернулись. И, если честно, позиции теперь не самые хорошие. Но все-таки пистолеты против девайсов у команды Na'Vi ничего сделать не смогли. А ну, так, да, в принципе, Ника мог бы и погибнуть. 5-3. Перфекта чекает его или нет. Нет, Перфекта отпускает. Хантер в комнате верхней все так же ходит. Кенес, ой, не сумел перевестись. Бумыч ставит бомбу. Хантер. Хантер действует, забирает флейми. Бомба все-таки устанавливается. Нет, Хантер не дает. 10 секунд до конца. Некса выходит один против двоих. Выходит за плент, его действия, возможно, сейчас не читаются. Мы не видим, что делает Na'Vi, и Simple прикрывает своего тиммейта на установку. Под флешку через этот дым можно спокойно пройти, но они еще и Кеннеса, да, дымом прогнали. Но очень грамотный раскид. Но Кеннис все равно перестроился. Через верхний выходит. Три человека должны проверять сейчас Некса. Он делает один минус. Кеннис промахнулся или попал в ногу. Хотя нет, по нему попали. Симпл ловит Хантера. Бомба заходит на точку Б. Флейми при этом прожал линию. Хороший смок. Смок развеялся. Кеннис 17 хп. Выходит на Флейми. Делает все-таки килл минус Бумыч. Но там Симпл падает. Там Симпл подстраховал, да. Поэтому тут уже в меньшинстве вряд ли они выбьют эту ситуацию. Опять же, Джекс пропикал под флешку тиммейта и тоже сделал очень важный минус. 4 в 4 эпизод. Смотрим, чем закончится ситуация электроники. Кеннис уже на вышке. И это очень выгодная позиция в его ситуации. Джекс забирает электроника под старой. Симпл сканирует плент. Вышку никто не смотрит у команды Na'Vi, но Симпл каким-то образом выцепил Джекса 2 в 3. Не знаю, заметил ли Симпл вышку. Там у нас Кеннис. Вот сейчас точно заметил. Падает вниз. В итоге Симпл его в полете ловит. И Хантер остается один против троих. Ну, вновь снайпера не хватило G2 при этом приеме. Реально Кеннис ожидаем для ребят из команды G2. Бумыч вышел на электрик, пытается сканировать плант. Его слышал игрок на вагоне. Да, за вагоном это Ника. И Ника делает еще один фраг. Уже 3 в 5 ситуация. И, по идее, этот раунд G2 должны оформлять в свою копилочку. 5-9. И борьба за 10-5-9-6. У нас, кстати, раскидались Na'Vi, зелень закрыта, выход 100, Ника пытается вантапить, но не получается попасть в третью пулю. На снайпера ложится вся ответственность, на ситуации 3 в 3, кстати, это самый подходящий, по-моему, момент для приема. Некса поджал с базы Б и финиширует по первому, но не забирает Симплу, и Симплу в итоге 1 в 2, Хантер все же подловил электроник. Звездный час Симпла, нет, 9-6. Все-таки 15 хп было у Александра Костылева, это 9-6 в пользу команды Na'Vi, два последних от Джекса, а наоборот, да, за счет количества, в принципе, Na'Vi должны были делать киллы, но они почему-то их не сделали, и в итоге все получилось очень плохо. Можно отметить, наверное, что G2 готовы были к этому, как бы понимаю. Я не знаю, понимаешь, 2 в 4, то есть по большому счету 2 в 4, потому что бомбу оставили, Кеннис по... Атака не понимает, есть кто-то в доме или нет. Ну, тут только хорошая стрельба может спасти сейчас ребятка из команды G2. Ну, или плохая от команды Na'Vi. Ну и... Выход через зеленку. Флейми неплохо попадает, забирает Кеннеса. При этом красный Хантер заходит под окна. Бумыч наказывает в центре Джекса. Ника сделает размен. Электроник сейчас СЗХ и может сделать свой килл. Он его делает. Ника падает. Остается Некса и Хантер. Ситуация в 2-2. У Перфекта 100 хп. 19 секунд до конца. Бомба на пленте. И команда G2 так и не смогла выйти на плент. Все, Симпл замечает последнего, оказывает. Я бы не сказал, что это прям наказывает. Ну, вот так, как комарик. Пиу. И тот погиб. Тут, в принципе, идеи никакой не было у G2, кроме как вот да-да-да поставить бомбу. Симпл решил за тот... В итоге бомба... Нет, не будет установлена бомба, но мог установить, на самом деле. Мог установить бомбу. Симпл, конечно, решил два раза право, и все пройдет как надо, но не вышло. А смотрит верхний... Ну и команда G2 готова выходить. Нет снова каких-либо гранат.
А бомбу не успели, да, установить? Да, не успели. Нет, бомбу не успели установить. Ну, может, вот сейчас будет попытка. Ой, кстати, Simple-то откидывает флешку именно тогда, когда вся команда атаки начинает действовать через верхний. Но благо, Джекс падает, Кеннис туда же. Ника наказывает все-таки перфекта. Некса отъезжает. Ника еще один минус по Элику, но бомбу снова не установили. 12. Да. Ну что, первые арморы у команды G2. Ребята стоят на центре. Кеннис, выход, начинается, Бумыч падает, Джекс наказывает с диглом двоих, Симпл в ответ по Некса, минус Джекс, Флейми играет у нас под окнами, его пушат со всех сторон, Хантер находит все-таки, Симпл наказывает Кеннеса, уходит назад на четвертую линию, подтягивается Перфекта, и это 2-2, хп да, мало. 1-1, Хантер... и Перфекта забирает 15-й раунд, быстрая атака на базу, а сразу же выйти на установку бомбы, Перфекта в соло, но есть коктейль, кстати, зарешал, но в этот коктейль выходит игрок атаки, проходит первую линию, Бумыч уже забирает одного из игроков, звено базы Б в итоге проваливает, просит этот прием, 2 в 3, ситуация. Ну, как... кстати, первый быстрый раунд на девайсах. Да, но сразу, смотри, переобулись, развернулись, побежали на базу А, попытаются удивить установкой бомбы, а тут как раз... Симпл? Ай-яй-яй. Гражданин Симпл на месте. Мог забрать с авиком, немножко не получилось. Сейчас, если Элик Джекса заберет, а он его забирает, это 2-2. И Симпл знает, да, где находится ближний, да, забирает дальнего. Позиционный контроль вроде как за атакой, но ошибся Ника. И теперь Хантер на самом деле... Ну что, Хантер или Электроник Симпл? Подставляется, убегает по Олафу, занимает сотку. Есть дым, кстати, у игроков защиты. И Хантер занимает, опять же, синего топа. Ну, Hunter ловит Электроника, совершенно не... Ну, это, в принципе, изи ситуация для хорошего клатчера. Да, да. Ну, а Хантер — это великолепный клатчер. Не просто хороший, тому, где, этот, где на этот матч ставили. Но это уже другая история. 15-8. Na'Vi против G2. Выход снова быстрый от французского коллектива. Теперь на плент. Ника сгорел. Хантер наказывает Электроника. Электроник в ответ по Хантеру. Джекс уходит с Олафа. И ситуация 3 в 3. G2 пробует разыграть. Какой-то походный прием. Все сгорели, кстати, прямо сейчас и делает, это может сработать очень даже здорово, но не удается сделать первый минус. Ну и дальше его сейчас просто с двух сторон будут забирать. Да, Джек забирает с верхнего, номер 7. Тут просто никак не успел помочь Симплу, и, откровенно говоря, позиция Симпла была не самая... Интересно. Интересно. Интересно, конечно. Хотел бы побывать в этой комнате, чтобы узнать, с кем он общается? Нет. Кеннис забирает Флейми. Ситуация 4 в 5. Выход через верх-низ. Симпл наказывает Хантера. Он с Хантером общался. Ну, может быть. Ну, кстати, в меньшинство опять у команды Na'Vi, но при этом, да, мы понимаем, что аутов маловато на этот раунд. Ну, смотрите на Бумыча. Сейчас, если пропрется со вторым фрагом, то все может получиться. Почему нет? Но, правда, там Кеннис уже пришел, выключил Элика. По Бумычу инфа была. Никто не смотрит под старую. За зеленым уже Некс накидывает гранаты. Симпл по стенке. Ну, я не знаю, сложно сейчас будет принимать. И Симпл в итоге... проиграл по таймингу, Джекс его выключил, перфект на базе Б закрыт, Ника его услышал, идет выход, и Хантер справляется с перфектом, все, это сейв. Это игра на размене хорошая от команды G2, и все-таки они выбили двух игроков, двух опорников с точки Б. Бумыч, правда, с Фамосом решил все-таки попробовать. Ну, Na'Vi уже могут, если честно, либо сейвить, либо реально пытаться, ну, потому что денег там не будет, и, ну, и сейв как тот, вариант. Понял. Кеннис выключает Бумыча. Трата времени приводит к тому, что смоки развеиваются, и неудобные, неприятные и понятные для стороны нападения. Что, кстати, следует всегда избегать, потому что вас просто ставят по итогу в самую неудобную позицию в этой ситуации. И у Na'Vi она такая будет, если следующее оружейное они не забирают. Нексен заметил перфекта, который просто через всю карту вешает с дигла. Вот это прилетело. Перфекта пытается подобрать девайс, на мусорнике должен лежать, но нет, не получилось. Кеннис его отстреливает. Шикарные коктейли раскрылись от атаки и пытается уже перфекта как-то в зубах здесь выжить. Меняет позицию, выходит верхняя. Симпл дает дабл, 4 в 3 эпизод. Симпл проходит за нефть. Его действия, возможно, не считаются, но Кеннис накидывает флешку. Проверяют все-таки Симпл, понимая, что он, скорее всего, конкретно там. Против бомбы здесь все очень-очень просто. Кеннис, будет ли второй минус? Нет, Кеннис, Некса падают. Джекс остается 1 в 2 и попытается эту ситуацию доиграть. Времени крайне мало у Джекса. Его запирают со спины. И здесь ничего не сделать. Флейми финишируют 16-12. Ну, близки, конечно, были G2 к тому, чтобы перенапрячь команду Na'Vi. Но Na'Vi были действительно хороши на карте Трейн. Чувствовалась эта уверенность. Ну, кстати, морально это может хорошо чекать дальше.
туннель. Бумыч играет аккуратно, уходит назад на короткий. Ну, вот как-то разыграно, такие ситуации тоже надо кропотливо прорабатывать. И ребята из команды G2 умеют это делать. Получается неплохо поднапрячь с оппонентов, но по итогу, как бы, да, врыв с дверей был. Они без дефуза все это делали, кстати. Ну, понятно. На принципах. Джекс продолжает, как бы, давать жару, и реально атака как-то этого не предвидела. Ну, Элик должен всех похоронить, правда, никого не видит. Некса наказывает Симпла. Вот он, Элик, минус Некса. Ситуация 2-3. Выход через пристройку. Флейми наказывает Хантер. Это был чуть ли не самый важный минус. Кейнес наказывает все-таки Флейми. Электроник один против двоих. У него МПХ. Он ловит игрока в пристройке, он ставит бомбу. И в итоге Джекс красный. Ой-ой-ой, что же Кейнес сделал? Есть инфа по Джексу. Он знает, что это либо будет мейн, либо это будут вентиля плюс будку. Успел бы игрок защиты точно просочиться в будку. Ну и сделает ли Джекс второй фраг? Пока просто стоит безидейно. Есть у него дефузы. Я просто смотрю сейчас за Эликом. Сплетанули. Мне кажется, они изначально хотели мейн с аплантом разыграть, но вот после фрага от Перфект, от того, как он разыграл Кенниса, все же решились идти дальше на базу Б. Хороший фраг от Электроника, очень важно. Играют двери, но Эксо тоже туда же. Хантер с Нексой 3 в 5. Упали, Ник и последний. Друзья, это да, это 3 в 5, это уверенный раунд в меньшинстве от Нави. Это счет 4-0, ну и Никола Ковач, конечно, свой фраг здесь сделает, но за раунд побороться уже точно не сможет. Шикарная работа от Нави. Пас топ-ленд, Бумыч, стартовая агрессия, сразу же в тиммейта, говорит, давай. Хантер при этом делает килл, Джекс поджимает десятку, Хантер делает еще один минус, Симпл наказывает Хантера в ответ, ситуация 2 в 4, а Электроник и Симпл... Это рассинхрон. Да, нет бомбы. А, нет, бомба на руках. Бомба руки, да, но это рассинхрон в действиях и очень тяжелая ситуация по итогу для Нави. Не сориентировались. Одни выходили, вторые принимали в итоге аркаду с радио. Надо кстати, Кеннис отошел ровно тогда, когда Най выходит через будку, но все-таки Симпл делает килл, однако и Ника, и Кеннис уже были на точке 4-1. Уже стенка дымов на улице, и пока она защите ни о чем не говорит. Ника, походу, колет за улицу, причем очень четко. В этот момент раскидывается, пошел выход, Некса full blind. Шикарная вторая флешка. Не проверили сразу Хантера, но это единственный размен, который они сделали, и Нави просто... доминируют и давят авторитетом Апленд. Старый, добрый, простой раунд. Тайминговый выход под несколько гранат. В итоге не были готовы G2. Попробуют найти оставшихся игроков защиты. Электроник, в частности, занял улицу. Идет как раз-таки в направлении гаража. И тут Ника заметила Элика. Ой, как же не летит изначально. Но Ника делает свой минус. Однако Симпл был в пристройке. И Ника умирает. Джекс последний. Ну, у него ВП. И, конечно, здесь пойдет не то G2. И будет перетяжка какая-то. Реально, ну, прям незапланированно. И Хантер, хороший дэмэдж, нормально попадает, но при этом безрезультатно Джекс. Вот это поворот! И Джекс может еще одного забирать игрока, там в дымах остался играть Симпл, шифтом уходит под холодильник, встречает вентиля, но его здесь просто... Но в итоге пришлось разворачиваться, идти обратно, пришел на вилку, идет шифтом, видел бомбу, понял, как установлено, значит, где-то близко есть Симпл, а вот и он забирает первого. Есть... А смог-то есть? Есть смог, есть две флешки, где Перфекту? Перфекта за дверью, закрываются двери, открываются двери, Кеннис промахнулся, но реакция была феноменальной, при этом очень обидный промах для Кенниса, один уже в дефе на плинте, Флейми прикрывает спину, ну он... Как бы радио заберет, вот Джекса вряд ли, да. Джекс здесь переигрывает, вернее, обыгрывает Флейми, но это все быстро заканчивается. 3 в 1 в итоге Ника. И у него пока что ситуация такая, что ей мерный ответ. А с учетом того, что команда G2 в обороне, то как минимум один, ну, мощный оружейный мы должны с вами увидеть, который они возьмут максимально чистым. Ой-ой-ой, воришка, посмотрите. Конечно, все, да, вряд ли в таком кейсе. Так, у нас Ника на улице. И пока мы, кстати, не видим этот художественный фильм Ника и его улица. Один раз он только сыграл на форс-раунде. Поджим от Хантера. Но в соло здесь сложно справиться. Некса второй волной да тут уже пытается просто продавить. Все, поплыли, да? Нет, не то, чтобы не поплыли, но они, видимо, хотят... Договорились играть, типа, пацаны, как умеем. Давайте там, хотите рашить, давайте рашить. Не поплыли, а побежали. И побежали они далеко не вперед. Видно, что дефолт совсем не клеится. Они не могут разыграть против Нави. В итоге решили сейчас вообще постреляться. Но и за это тоже их наказали. Это 8-1. Это минимальная победа на нюке. Третья карта. Ну, разрыв. Очень просто. Арсений, разрыв, боюсь, что очень. Ну, я джет говорю. Джет. Ну, мы все запомнили. Ты прям развел, да? Развел меня, да? На познание. Не, меня просто научили на... Меня научили играть на одном. Признать.
Да, пока что ничего не могут показать нам ребята из команды G2. Джекс отыгрывает один с Диглом в соло на Б-пленте. Выход от Перфекта. Тот падает. У нас, кстати, только что фильм рекомендовали. Очень неплохой. Форд против Феррари. По-моему, Лейм комментировал, рекомендовал его. Смотрел? То есть это перестрелка одна из ключевых. А, ну, Перфекта, кстати, изучил, по-моему, уже своего оппонента. Ну, если дым Флок лежит, то левую стенку... И кто кого... Ах, Джек снова быстрее. Ну, если дым лежит, стрелять. Левую стенку всегда чекаешь, но здесь на два шага вперед. G2 успел перестроиться. Кеннис тем самым спас жизнь Джексу. Ты, не дал, это раунд? Не дал разменять, и, походу, чистый раунд сейчас будет от команды G2, но не совсем. Ника проигрывает перестрелку Симплу, 10 кп остается. Симпл еще и Кеннису успевает подрезать. Идет в мейн, в мейне Хантер, там 100 хп, и этот раунд забирает именно Хантер. 2-1, не двигается, а Кеннис уже тут. И все, начинается выход, Симпл проверяет мейн, не понимает Нави, где враги. И Симпл в этот момент Хантер начинает делать ключевую вылазку. Флейме пытается забрать игрока из-под вентиляции. Электроник наказывает Ника. 10 секунд до конца. Флейме уходит на... Все, все. А, даже не на сейф, наверное, за бомбы, потому что забыли. А забыли, потому что Бумыч вылетел, скорее всего. Собственно, у него была эта бомба. Ну, получилось у G2, но опять же, это все последний раунд первой половины. Как бы говорить о возможном минус. В итоге 3 в 5. Ситуация для защиты, это на самом деле уже... По-моему, предел возможностей. И тут пошла реализация позиции электроника. Спокойно выносит Нексу в дефолте. Паника проходит информация. Перестрелку с мейном. То есть с Ника выигрывает Флейме. Последним остался Джекс. Ну, как отметил Арсений, 12 лучше, чем 11. Больше в атаке лучше. А, прямо в будку, как только он увидит или коктейль Молотова, или кого-то, летит флеша. Бумыч, ну, ЦЗ, по идее, не сыграет. Что да. же он передержал? ЦЗ выключили, а вот Бумыч в блайнде, да, видимо, из-за блайнда передержал. Но при этом Бумыч взорвал все-таки Джекса. Кеннис наказывает Перфекта. Флейме поджимает спину. Бумыч наказывает Некса. Кеннис последний один в три. Это электроник тупик. Ставит точку. У нас звук, по-моему, пропал, если что. Друзья, тем временем Флейме и Перфекта поджимают радиобудку. Перфекта наказывает Некса. Ситуация 2 в 5. Флейме еще один минус. Уф. Егор Васильев заходит. СМП играют одинаково. Одинаково плохо, так сказать. 7, неудачно, 9, наверное. 7-9 фрагов. Может, неплохо, но неудачно, это точно. Ух, хаешка классная от Бумыча. Просто прям плохо, плохо как-то даже и не скажешь. Ну, как бы видно, что матч напряженный, как бы, да, и видно, что у них... Ой-ой-ой. Залили дверь, залили. Вот вам и первый полноценный оружейный раунд, на который команда G2 выбиралась все полный мэк, и при этом заканчивается все. Боже мой, Кеннис с Хантером в уголок. Ритов, я уверен, там многих наших коллег, если говорить про... продакшн, про то, кого может выбрать аналитика, фаворитом и все такое. Ну и выход на апленд. Вот еле-еле удалось здесь распетлять против Бумыча. Дальше проблем возникли у Перфекта. 3 в 3. И на счете... Нет. Приходит Симпл, сразу же забирает Джекса. Остается доигрывать дуэт. Все, нету дуэта, остался друзья, Некса. Что мы все от G2? Когда мы таких Нави еще увидим? Великолепная работа. 16-3. Декабре, Арсений, просто в декабре! Просто пух и прах, полуфинал. Кто мог подумать? Проиграли DAS, взяли уверенно трейн, взяли уверенно...